я мадам Газели. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу. И сегодня у нас челлендж детское против взрослого. Папа придумал новый челлендж. Вики, он будет приносить что-то только взрослое, а мне что-то только детское. И посмотрим, кто из нас будет самое красивое. А перед началом нашего видео подписывайся на наш канал прямо сейчас. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. И мы начинаем! Раз, птица, два, птица. Вика, они тебе слишком большие. Ну что, нам папа положил что-то интересненькое сюда. Мы с Викой отвернулись, чтобы не видеть. И давай посмотрим, что там. Давай. Один, два, три. Это помада. Как я понимаю, у меня детская помада, у Вики красная. Моя помада любимая. Папа, ты специально мою любимую взял? А у меня детская. Она совсем бесцветная. Вика, свою покажи. Ух ты. Ну да, самый яркий цвет. И что, мы должны, папа, без зеркала красить? Да, без зеркала. Вики будет тяжелее. Не вот зеркало. А, ты какая хитренькая. Я тоже тогда сюда. Получается у тебя? Каждая девочка хочет накраситься маминой помадой. Ну как, Вика, ты счастлива? А так я обычно ей не разрешаю это делать. Совсем другая стала. Верхнюю губу накрась. У меня что-нибудь заметно? По-моему, просто, наверное, блеск, да, Вик? Крась верхнюю губу. Все, я накрасила. Есть. Покажи, что у тебя получилось. Ну, ничего так. Правда, немножко кривенько. Мне это уже нравится, папа. Давай следующее. Раз, два, три. Что это? Папа, ты из меня клоуна хочешь сделать? Ну-ка, у тебя что? А, я знаю. Это куда? Это вот сюда одевается. Ну, красотуля. Вика превращается в богиню греческую. Ну-ка, посмотри на меня. О, и я. Вика, что скажешь? Кошмар. Раз, два, три. А, прикольно. А зачем мне такие большие? Вика, у меня твои любимые колечки, посмотрите. Я хочу тебе показать, вот это колечко необычное, туда можно класть бумагу. И вот еще, вот это тоже открывается у тебя, жемчужинка. Ага, и вот такой вот, типа с камнем. Ну что, давай. А у Вики, между прочим, настоящее кольцо мое. Вот это вот соединяется. С бриллиантом. Правда, маленьким. Давай. Некрасиво. Вот. Вик, я уже одеваю твои колечки. О. Как раз я одну кольцо. Почему? Ну, большие, наверное, да? Некрасиво выглядит. Покажи. Ох, ну ты мадама. Что у нас следующее ждет? И раз, два, три. Ого. Очередь бусинок. Ну что? Не порви мы. Я надеюсь, не порву. Вика, посмотрите, какое ожерелье у Вики, рокерское. Ну, давай, я тебе помогу одеть. По-моему, у Вики получается просто сногсшибательный образ. Вика. Конечно, мне не нравится. Не нравится? Боюсь, что где шея. Ты то ли рокерша, то ли гречанка, не поймешь. Тогда я сейчас прицеплю. Холодно. Вот. Сая. Видели когда-нибудь такую Вику? Я в первый раз.
Сразу Вика повзрослела. Опять папа что-то смешное приготовил. Куда уж смешнее, Вика, посмотри на меня. Клоун. Давай, открываем. Один, два, три. Что? Я... Это румяшки, Вика. У меня вот Викины детские румяшки. А у меня классные румяшки. А у Вики мои румяшки. Девочки, пишите в комментариях, вы пользуетесь маминой косметикой? И мальчики тоже. Пользуйтесь косметикой. А может, мальчики тоже что-то берут? Например, бальзам для губ, мало ли. Да? У нас нет бальзам для губ ночной. Так, ну что, мажемся? Я не знаю, как мажемся. Я не знаю, детские румяшки красят вообще, нет? А я не знаю, твоя кисточка вообще красит. Там все должно сильно красить, да. Я не крашу. А у меня появилась? Да. Дай я тебя накрашу. Давай я моей кисточкой. Нет. Это же моя кисточка. Ну что, розовей чучки? По-моему, да. Давай добавлю. Вот это вот красиво. Ребята, пишите, кто на сколько лет выглядит. Напишите, на сколько лет выглядит Вика и на сколько лет выгляжу я сейчас. В этом образе. Мне интересно. Покрась да? Еще. Ой, по-моему, я переборщила. Переборщила? Вика, мне переборщила. Кажется, тебе лет 10. Точно, не меньше. 10 и не меньше. Может, 150-30-95. Я самая красивая женщина. Ну что, мадам Смеяна, открываем? Давай. Один, два, три. Конечно. Как же без браслетиков? Это мой самый любимый браслет. Вот такой у Вики браслетик, вот такой. И сердечко. Да, давай я одеваю. Ты мои покажи. Вот такой есть у мамы, вот такое и вот такое. А, Вика, мне они маленькие. Ой, кольцо спало. Все, Вика, я одела уже, одевай. Вот это да. Сейчас я буду самой красивой. Я, главное, вся в пластмассе, а Вика вся в железе, вы только посмотрите. Да, я вся в железе. Железная леди. Я заколдула с железом. Давай открывай. Ну и честно, я даже не знаю, что еще можно сюда положить. Вроде мы уже все на себя напялили, да? Ну да. Давай посмотрим. Один, два, три. Что? Я точно не могу. Панамка. Моя любимая. Детская. Панамка. Размер М. Ну что, а у тебя? Мне лезет, что ли? О, ну как я выгляжу? О, ну мадам. Вы только посмотрите. Подожди, Вика. Вот так. Это что-то невероятное, Вика. Я продаю чашечки, блюдца с тарелками. Дайте мне денег, я очень люблю. Точно, Вика старая цыганка. Бабушка. Дайте мне монеточек. Мы ехали в маршрутке. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Та-та-та-та. Мы ехали в маршруточке, отдайте мне монетку. Папа, неужели еще что-то? Еще? Да, я даже не знаю, что там. Один, два, три. Ну, конечно. Я мечтала эти очки мамины поносить. Шикарное завершение шикарного образа. Самая главная деталь, лишь бы мне это налезло. Я мечтала посмотреть, как... О! Ну как? Вот это да! Ай. Что? А, у Вики кожа прицепилась. Вика! Звезда. А хотите вы посмотреть, как выглядит это все в очках? Посмотрите. Видно что-то? Давай вот так, вот так, вот так. Держи свои очки. О, я мадам Газели.
что, ребята, пишите в комментариях, чей образ вам понравился больше. Ставь лайк. И до встречи в новом видео. Йоу. Пока-пока. Пока. Йоу-йоу-йоу.